Югра вошла в Ассоциацию инновационных регионов России. Соответствующее соглашение подписано на полях Международного экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Стороны намерены развивать наукоемкий бизнес, межрегиональную кооперацию, вопросы молодежной политики. Югра – 18-й субъект, вступивший в ассоциацию, отмечает Департамент общественных и внешних связей. Округ уверенно лидирует по основным социально-экономическим показателям, занимает первое место по добыче нефти и производству электроэнергии в России, второе по объему промышленного производства и добычи газа. Кроме того, Югра показывает стабильно высокий уровень привлекаемых инвестиций – более 1 триллиона рублей в